Я даю слово представителю Украины. Mr. President. Господин председатель, пользуясь возможностью, хотел бы поздравить вас и поблагодарить за эффективное председательство в Совете в январе месяце. Коль скоро моя делегация впервые выступает в нынешнем году, хотел бы поздравить с избранием новых членов Совета: Ангола, Малайзию, Новую Зеландию, Испанию, Венесуэлу. Благодарю вас, господин председатель, за созыв сегодняшнего заседания. Мне также хотелось бы поблагодарить замгосекретаря Фелтмана за его брифинг. Господин председатель, практически год тому назад, в феврале-марте 2014 года, Российская Федерация пошла на манипуляцию основными принципами ООН, правом самоопределения, правом на защиту, для того, чтобы создать фиктивный юридический предлог для вторжения в Украину. В результате этого Российская Федерация оккупировала и аннексировала часть суверенной территории Украины, автономную республику Крым и город Севастополь. Рано или поздно Российская Федерация должна будет предстать в суде за это преступление агрессии против Украины. По сей день Российская Федерация продолжает вооруженную агрессию в Донецком и Луганском регионах Украины путем отправки военных подразделений на нашу территорию, путем снабжения тяжелым вооружением местных групп террористов, подготовки, оснащения, финансирования наемников и ведения информационной войны. Это агрессия против Украины направлена на то, чтобы заставить мое правительство поменять конституционно-территориальный порядок, подорвать территориальную целостность, политическую суверенитет Украины. Господин председатель, каждый день за последний год был днем травмирования украинского народа. 8 июня боевики так называемой Донецкой Народной Республики пытали и убили 8 священников и прихожан протестантской церкви в украинском городе Славянске. 17 июля малайский самолет, следовавший рейсом MH17, был сбит в зоне под контролем террористов. 13 января террористы открыли огонь по пассажирскому автобусу в украинском городе Волновахи. 13 человек было убито и 15 ранено. Все это украинские граждане. Продолжите расследование по террористическому акту против гражданских лиц Волновахи. Соответствующие выводы миссии по наблюдению ОБСЕ свидетельствуют о том, что удар был нанесен с направления севера-северо-востока, из мест, которые находятся под контролем вооруженных группировок. Позвольте мне заявить о решительном осуждении Украины этого теракта поблизости Волновах. Моя страна ведет решительную войну с терроризмом, оно на переднем крае за универсальные ценности свободы, суверенитета, демократии. Господин председатель, с минскими договоренностями от 5 и 19 сентября 2014 года президент Украины заявил о прекращении огня и приступил к выполнению всех положений без каких-либо исключений в соглашении, которое было подписано представителями Украины, России и мятежниками. Несмотря на то, что Россия подписала Минские соглашения, равно как и подписали эти соглашения сепаратисты с поддержкой России, они по-прежнему постоянно и грубо нарушают положение. С сентября 2014 года Россия содействовало оккупации дополнительно 550 квадратных километров. Несоблюдение террористам режим прекращения огня привело к тому, что Украина потеряла 237 военных, 148, по крайней мере, гражданских лиц. И в отличие от введенного режима прекращения огня, вразрез с ним обстрелы из артиллерии украинских позиций усилились. В последние лишь 10 дней число артобстрелов превзошло статистику последнего месяца. С момента подписания Минских договоренностей в сентябре 2014 года российская сторона существенно нарастила свое военное присутствие в Донбассе и наполнила регион самыми современными тяжелыми вооружениями. Недавно террористы объявили о том, что создали собственные военно-воздушные силы. Мы понимаем, что это, наверное, прикрытие для того, чтобы создать прикрытие для использования военных самолетов России в боях. Наращивание российских вооруженных сил по границе также увеличивается до 50 тысяч. С вашего разрешения я выступлю на русском. Что делает в районе населенных пунктов Георгиевка и Кумачева батальон 76-й воздушно-штурмовой дивизии из Пскова? Что делает в районе населенных пунктов Победа и Григорьевка батальон? Battalion is around 400-500 people. Отдельная воздушно-штурмовая бригада из Ульяновска. Что делает в районе населенного пункта Старобешево
батальоны 76-й отдельной моторизованной бригады из Майкопа и 49-й из Ставрополя. Что делают, кроме названных в Украине, армейские подразделения из Волгограда, Калининграда, Костромы, Шилова, Юрги, Алейска, Гусиноозерска, Печенеги, Спутника, Новороссийска, Тулы, Народофоминска и других? В общей сложности больше 8 тысяч. Они там все в отпусках? Как мы неоднократно слышали из пояснений российской стороны. Их семьи об этом знают? Official Russia sending troops. В официальном порядке Россия отвергает информацию о командировании туда военных, а семьи подтверждают это. Уважаемые члены Совета Безопасности, что же это, если не агрессия? Вновь обращаем внимание Совета Безопасности на то, что незаконные вооруженные группировки расширяют свои нападения, обстрелы, получив подкрепление с территории Российской Федерации, включая и в форме так называемых российских гуманитарных колонн. Осуждаем провокативные заявления должностных лиц России, которые пытаются возложить ответственность за нарушения на Украину, включая обвинения, которые сегодня прозвучали из уст российской делегации в Совете Безопасности. У меня нет намерения сейчас комментировать постоянно повторяющуюся дезинформацию по выполнению Минских соглашений моим правительством, а также по мерам, которые принимает правительство Украины для удовлетворения потребностей граждан Украины в Донбассе. Не так давно была нами распространена информация вниманию членов Совета Безопасности по этому вопросу. Господин председатель, даже несмотря на расширение иностранной агрессии, Украина полностью привержена мирному урегулированию кризиса. На основе Минских соглашений, на основе полного уважения территориальной целостности, суверенитета, политического единства Украины, дважды мы выступали с инициативой прекращения огня, поддерживали в одностороннем порядке. 13 ноября 2014 года представители Украины и России подписали рабочий документ с четким графиком выполнения положений Минских соглашений, в частности, в том, что касается заверений в двустороннем прекращении огня, вывода тяжелого вооружения и возврата к базовой линии. Российская сторона отозвала свою подпись под этим документом. 18 января Украина вновь подтвердила свой призыв к Российской Федерации, предложив подписать график выполнения Минских соглашений. А именно, согласно редакции 13 ноября 2014 года, и добиться, чтобы прекращение огня началось 19 января. Считаем, что если вы позволите нам незамедлительно прекратить огонь, защитить гражданских лиц от нападений боевиков в регионе, что происходило в последние 4 месяца. Начало неукоснительного выполнения этого документа создаст условия, благоприятствующие проведению в ближайшем будущем консультаций трехсторонней контактной группы, а позже саммита глав государств-правителей в Астане. Мы требуем, наконец, выполнить этот план. Господин председатель, как заявил президент Украины Петро Порошенко, несмотря на эскалацию давления, активизацию террористов, Украина готова подписать соглашение о прекращении огня с учетом нашего полного выполнения Минских соглашений. Украина стремится к миру. Ожидаем такой же приверженности Минских договоренностей российской стороны. Не будем забывать, что именно президент Российской Федерации неоднократно подтверждал свою готовность выполнять Минские соглашения в полном объеме без исключений. Такая позиция, в частности, была заявлена на многостороннем саммите в Милане. Искренне благодарим всех наших партнеров, солидарность с нами в это трудное время для Украины, Европы, этого Совета и мира. Благодарю тех, кто энергично высказался сегодня в поддержку освобождения украинской летчицы Савченко, которая находится в заключении в России. Благодарю вас. Я благодарю представителя Украины за